Здорово всем, ребят, с вами Хилхёртс, и это Bloodborne. В общем, в комментариях посоветовали сходить к второй дочери Гаскоина. Мы с одним человеком поначалу подумали, то, что это Байт, но на самом деле у него есть, правда, есть вторая дочь. Давайте поглядим. А вы случайно не видели мою младшую сестру? Я велела ей присматривать за домом, но она куда-то убежала. Она еще довольно маленькая и носит большую белую ленту. Вы ее нигде не встречали? Ну, есть красная лента, которая в крови, к сожалению. О, как это случилось? Но зачем она вышла из дома? По крайней мере, у меня останется кое-что на память о ней. Ну и она плачет. И на Вики было написано то, что она сойдет с ума. По-моему, я плохой человек. Да. Так, и еще последнее, что я хочу, это получается к мужику из Лиги подойти. И раздавить возле него, получается, паразита. И да, у меня, к сожалению, закончился PS Plus. Так что пока что пару серий без него. Так, нам, пожалуйста, вернуться в сон охотника. У нас сегодня, к сожалению, снова жаркий день. На улице довольно жарко, в комнате довольно жарко. В общем, ничего, прорвемся. И, наконец-то, мы отправимся в дополнение. Так, тут у нас все горит-пригорает. Так, запретный лес. По-моему, вот этот вот лампа. Отлично, сопрягаю слова. Ну, бывает, ребята, бывает. Так, и, по-моему, в дополнении мы закончили возле какой-то реки крови, если я все правильно помню. А я вроде бы плюс-минус правильно помню. Сейчас мы с тем пулеметчиком будем рамсы рамсить. Я вроде немножко подкачался, так что, надеюсь, мы его сможем одолеть. Ну, а если нет, то, блин, не знаю, придумаем что-нибудь. Да, это тот костер. Тут ворона, помню. Так, хорошо. Так, вот этот мужик. Как продвигается охота, не забывай о миссии Лиги. Помогай союзникам находить паразитов и уничтожать их. То есть я такой, смотри на меня, мужик. Беру такой паразита. И как раздавлю его. Опа, видал, что могу? Ну-ка. А, отлично, ты уничтожил парочку паразитов. Я предводитель Лиги, я вижу это в твоих глазах. Я рад. Из тебя получится преданный сторонник дела Лиги. Союзник. Вот, возьми это, символ нашей клятвы, нашей кровавой доли. Посох Лиги. Так, секундочку. Надеюсь, не сильно громко, чуть-чуть двинул микрофон. Так. Клятва Лиги. Новый жест. Тебя будут принимать как истинного союзника, продолжая свое дело с новыми силами. Скоро ты поймешь, как наша миссия овладевает тобой. Ага, спасибо. Опять же, за это большое спасибо в комментах написали, так бы я и в жизни бы не знал. Так, переключить. Какой-то... Я забыл, как жест назывался. Собрание охотников? Не уверен. По-моему, как-то по-другому. Клятва Лиги, вот. Ну-ка. Вау. Восхитительный жест. На мана. Так, и теперь самое сложное, наверное, для меня. Это будет найти необходимый костер, который отведет меня в дополнение. Потому что я все забыл, ребята. Эх, ну ладно, надеюсь, мы... Не уверен, но надеюсь, правда найдем. Так. Я просто даже не помню, в каком он монументе. Так, явно не здесь. Зал королевы нет, тоже не здесь, точно не здесь. Определенно не здесь. Я знаю, вот там есть еще один надгробный камень. Но это не то. Хотя, подождите. По-моему, то может быть, кстати. Кстати. Я думал то, что это место чисто для кошмаров. Но я уже прошел второй кошмар, где у нас мерга была. А там ничего такого не было. Ну, не появилось новых локаций. Скорее всего, это дополнение. Очень на это надеюсь. Пожалуйста, будь дополнением. Так, ну и... Кошмар охотника, да. Так, отлично. Я немножко буду сонный, потому что очень спать хочется. Ну, я думаю, мы справимся. По-моему, вот эта срезка была. И здесь какой-то вот лучник, да. Будь осторожен, все дела. Почему лучник? По-моему, я пока на Вики там искал другое, случайно заспойлерил то, что, может быть, этот мужчина лучник.
Так, хорошо. Как и раньше, давайте мы отправимся на бой с лучником. Ну, по крайней мере, уже с 3 ударов. До этого, по-моему, аж 5 требовалось. О, вот это другое дело. Так, мужик. Страшный звук сзади, ну ладно. Так, нам бы как-нибудь... Бэм, вот это стиль. Здесь я помнится... Помню, можно пройти вот так. Хорошо, мансим, мансим. Там вон за карету, к тому охотнику побежим. Так, мистеры кровососуны. Давайте вот без этого. Держите хоботки в штанах. Так, у нас 91 уровень, на секунду. Так. Я постараюсь зарашить, прям на лицо к нему прыгнуть. И по-жесткому влететь с двух ног. То есть вот так вот, нормально, хорошо влетел с двух ног. Слушайте, а он будет меня по КД парировать или нет? Мне вот интересно вдруг стало. Немножко надо полечиться. Так, с какой стороны пойдешь? Угадай, с какой стороны я пойду. Вау, слушайте, а он неплох. Очень темно, к сожалению, в этом месте. Можно ему запарировать выстрелом, интересно, было бы круто. Раскладка. Бах, вторая раскладка. Не попал уроном. Не получается запарировать. Так, надеюсь, он не будет хиляться. Ну, конечно же, он будет хиляться. Почему раскладка не работает? Мужик, что за фигня? Только не стреляй. Фигля, какой опасный. Только не стреляй, мужик. Потому что если я попаду под очередь, это ГГВП. По-моему, он отъехал. Отлично. О, да. Что такое, мужик, не ожидал? Пулемет Гатлинга. Что ж, неплохо. Так, у нас супер таинственное тайное место. Блин, сегодня руку ободрал очень сильно, пока обои отдирал. Кусок кровавика. И теперь джойстик немножко неудобно держать. Ну ладно, это я отмазки придумываю. Так, что это за место? Ого. Этот дядька большой и страшный. Но не такой страшный, как моя пила-топор. Можно посмотреть на тебя? У него глаза, по-моему, красные были. Ага. Ты видишь, у меня есть факел? Бойся меня. Здесь у нас кусок кровавика. Хорошая пещера, пузырек крови. А с этого ничего, пузырек крови выпал. По-моему, это был предводитель. Это кровоглот? Это кровоглот. Кровоглот, а что ты тут забыл? Мальчик мой. Так, где-то здесь у меня была огненная бумага, мужик. Давай, ты не против, я сейчас ее найду в инвентаре. Так, сейчас, секунду, подожди, пожалуйста, не бей меня. Дядя, не бей. Я слышу, он топает, господи, так страшно. Вот, поехали. Бафаемся. Все, поехали в атаку. Кровоглот боится огня. По-любому, проверяйте. Так, ты где, мальчик мой? Надо ему за спину попробовать зайти. Не могу пока. Не попадаю в тайминги. Сейчас, хильнусь два раза. Одного раза хватит. Жду атаки и забегаю. Ну, гляньте, как он с таргета вылетает. Что творит, черт? Давайте, бам. Раскладочка. Можно, конечно, попробовать таблетку на чудовищность выпить, но я думаю, и так получится. И смотри, он же безумной атаки комбит. Так, кувырочки, кувырочки. Хилю сейчас. Ой, господи, отбитый дядька. Давай. Говорили, тебя парировать можно. Чё-то я, по-моему, мастер непарирования. Прикиньте, сейчас убьет. Да запросто. Чё-то я собраться... Он уже... Он просто читает меня. Вы видали это? Просто темно, не видно нифига. Вот сейчас надо было за спину смотреть. Он просто на 360-80 вперед градусов бьет. Так, закрываемся. Сейчас будет нападение. О, нормально, получилось, все. Хорошо. Не получаю больше урона вообще ни капельки. Что-то он не парируется, ребята. По-моему, я что-то неправильно делаю. Я просто не вижу, где у него атака начинается, а когда не начинается. Он сдох, легко. 2300, мало. Теплый самоцвет дали, это хорошо. Так, надеюсь, больше не будет неожиданных сюрпризов, потому что я к ним не готов. Хотя это же Bloodborne, конечно же, будут сюрпризы. Так, здесь я мог бы спрыгнуть. Хорошо. Это какая-то пещера. Видимо, здесь кровоглот обитал. И немножечко поедал всех, кто к нему в гости заходил.
Какой коварный дядя Кровоглот. Длань амигдал. Это что такое? Это баф? Точнее, какое-то умение? Длань амигдала. Нет. Это ключ? Нет. Это оружие? Серьезно? Прямой и тайна. Ого. Офигеть. Давайте глянем. Так, ну это тупо дубинка. Причем довольно неплохо она тратит стаминку. О, ма, это хлыст? Охренеть. Знаете, чем хорош Bloodborne? В нем довольно оригинально переплетены, скажем так, типы оружия. То есть какой-то жесткий тяжелый меч, точнее наоборот, легкий меч, который, скажем так, соединяется с тяжелым молотом. Довольно необычно. Ну и прочее. То есть вот такая огромная дубинка, опа, хлыст. По-моему, круто. Так, надо убрать факел. Получается, что у нас... Я, к сожалению, немножко подзабыл, как я сюда шел. С этими ребятами я не помню, хотел я драться. По-моему, не хотел. Что-то я вдруг вспомнил. Тут можно на мост зайти, это я точно помню. Вроде бы дорога одна только в ту сторону, по мосту. Ой, я тебя забыл, мужик, прости. Кто еще стреляет? Или то он как-то с двух сторон в меня стрелял. Ладно. Ты смотри, что творит, падла. Три атаки, легко. Что-то громко так кричит, что у нас по громкости. Вроде по четверке, странно. И этот еще дядька. А, так они почему-то встают. Так, что-то я явно... Упс. Мистер Павук. Давай без фигни. Ты что, эй, падла. Ты смотри, какой шустрый. Оп, такой, типа, все, я чуть-чуть наехал и ухожу. Быкует вообще по КД. Так, мистер Павлов, давай без фигни. Я просто хотел сделать перекат, а потом уже атаку, но что-то не вышло. Тау. Он друга позвал. Ребята, вдвоем на одного, как минимум, нечестно. Я бы сказал, не по-пацански, но это не по-комарински. Серьезно, просто унизил меня. Жестко, жестко. Раз, два. Слушайте, отлично, три удара. Надо было сразу этим мечом их бахать. Так, там у нас их целых 8000. Но если честно, то вроде бы трое. А если я четверо, если я вас лечу на вас за двух ног? Один есть. Я очень боялся, что я здесь не выйду, но я вышел, хорошо. Мало хилок осталось. Как же он друга своего спас. Давай, раз, два и три. Обоих. Ну, хотя бы одного. Так, раз. Хорошо, пока работаем. Чё-то я думал, за них побольше будут душ давать. Но чё-то не дают. И по горбу. Бам! Чего охраняли? Штаны констебля. Прикольно. Так, очевидно, нам сюда. Знаете, я хожу, и периодически звук такой, как будто счетчик Гейгера работает. Мне кажется, это бред, но вот что-то в этом есть. Так, ту сторону, по-моему, я доисследовал. Я откуда-то оттуда пришел. Вроде бы да. Ну, если нет, то потом первую серию пересмотрю. И допроверю. В общем-то, да. Пока что топаем вот сюда. Эх, таинственно, страшно, стрёмно. Так, там лестница. Рычагов я не вижу пока что. Так, бежит доберман. Ай. Нифига себе. Вот это дамаг. По-моему, еще один бежит. О, да. Так, собака. Давай-ка по одному. У нее что-то в зубах, она, по-моему, горящая. Так, мистер собака, иди сюда. Нападаю первый. Не получилось. Отлично. Зажал ее в углу. Но где собака, там и хозяин обычно. Так, ну это место выглядит как отличная западня. Вроде нет. Бешеная холодная кровь девятка. Тут
Можно постучаться? Алло? Не, не открывают. Ладно. Так, и мне сказали, что в дополнении после какого-то места будет очень хороший фарм идти. Я просто мне показалось издалека, что это крокодил, а не ворона. Оу, щит, а там кто-то... Ох ты. Ты смотри, а я забыл уже, что вы тут есть. А ты против ворон или против меня? По-моему, ты против меня. Мужик, а то, что вороны тебя не смущают? Не, чувак, ну зачем оно тебе? Может, не будем? Может, не будем, потому что я умею парировать, а ты нет. Мистер Ворона, уходи. Так, мистер Ворона, MVP этого матча. Раз, два. Так, он вроде хиляться не будет, да? Почему-то камера на него не перелачивалась. Господи, как же сегодня Влад парирует, и только посмотрите. Пока что два парирования из двух. Простите меня, мое ЧСВ, но, ну да. Всего два пузырька. Блин, ворона, что такая стрёмная? И внезапная. Кто-то рычит. Это скример типа такой должен быть? Блин, я и отвернулся и не видел его. Какая дичь. Сюда я не могу попасть. А могу сломать? Нет, видимо, ну, а прыгнуть? Нет, тоже не могу. Ладно. Ладно, ладно. Так, у нас есть лесенка вверх. Но давайте вот сюда до конца дойдем, посмотрим. Чё-то я столько пуль растратил, жестко. Так, тут тупик. А, это я тут неудачно зашел. Ребята, прошу меня простить. Я только спросить. Хорошо. Так, ну и тебя тоже. Блин, на тебя три, нет, два, нормально, все. Ничего нам не дали. То есть тупо засада? Ладно, странно, странно. Я бы сказал, необычно. Прошу простить, если было слышно мое зевание, я не специально. Так, есть смысл туда по балкам идти? Знаете, по-моему, есть. Да, есть. Хорошо, сейчас пойдем. Итого. Здесь у нас тупик, но не тупик, потому что вон там есть ништяк. Но я не вижу возможности пока что сюда пропрыгнуть. Потом, наверное, мы как-то с другой стороны будем подходить. Однозначно нам идти вот туда. Это что за... Выглядит как какой-то крюк, так это и выглядит. Также мы можем вот сюда упасть. Но есть ли смысл? Я пока что не уверен, ребята. Уверен в том, что хочу вот на эту балку попробовать упасть. И пойти вот к тому ништяку. Просто филигранный прыжок. Отлично. Слушайте, то есть и сюда можно пройти? Ну, давайте ништяк заберем сначала. Так. Одеяние констебля. Ну-ка, ну-ка. Одеяние... Констеблин. Сейчас, секунду, вот, вижу. А давайте... Хотя нет, плохой по статам сет. Ну, блин, он пафосно выглядит. Хотя, как какой-то, не знаю. Ну, чуть-чуть... Ну, не. Не, что-то я передумал я. Что-то стрёмно он выглядит. Где мой любимый Ярнамский? Вот так вот. Так, теперь вопрос. Могу я сюда пропрыгнуть? Видимо, нет. И, видимо, потом. Ну, ладно. Так, я могу вот сюда пропрыгнуть. Смотрите, то есть... Опа, прям на самый пик залезть. Но толку от этого... Я знаю, зачем мне туда, я понял. То есть я там пролезу, и я ж там ништяк с той стороны видел. Но, видимо, придется еще раз подниматься. Так. Я просто стараюсь все максимально за раз обсмотреть, чтобы потом не возвращаться лишний раз. Как мы и выяснили, нам сюда, скорее всего. Но давайте сначала вот сюда сгоняем. Тут вроде бы засад нету. А, нет, вот... Оу, щит. Чё ты матом ругаешься, дядька? Ты же простой? Нет, он опасный охотник. Блин, это плохо. Мужик, у меня всего две пульки. Я нажимал ворот. Отвечаю, ребята. Блин, сбил ему парирование. Вот это я... ЛС. Не-не-не, дядя, дай пожить. Дядька, ну подожди ты. Ну ты чего, мужик? Ну давай без фигни. Да мой ты красивый. Знаешь, что я с такими делаю? Байчу на атаку и потом побеждаю. Давай. Раз, два. Просто... Вот это нормально. Теперь он этим
способом воспользовался. Так, давай, мужик, без фигни подходи, будем драться. А почему он не сбился так в прыжке? Это было бы так стильно. Ну ладно. Если честно, я думал, его оружие выпадет, но, видимо, нет. Здесь он охранял... О, так это то самое оружие. Вы знаете, оно очень похоже на пилу-топор. Так, 90... Да, слушайте, мне кажется, я нашел новое оружие. Раз. Это, видимо, тяжелая атака, да? А это... Слушайте, ну это реально, что ли, пила-топор на минималках? Только он огромный выпад делает. Слушайте, а прикольное оружие. Скажите, пожалуйста, имеет смысл его точить, типа, хорошо оно или нет? Потому что мне вот так визуально очень нравится. Так, плюс паразит. Это мы еще можем плюс лигу сделать. И скажите, пожалуйста, обязательно возле этого мужика, как это, использовать паразит или можно где угодно? Пока что это одно из тех оружий, которые мне понравились в дополнение. Ну, еще я большие надежды на вертушку циркулярную возлагаю. А там уже как пойдет. Если был щелчок, прошу меня простить, это мой стул. Ну, на котором я сижу, разумеется. Опа. Кто-то звонит. Колокол звонит, служба идет. Так, а почему у нас... Что-то я запутался, река же крови уже была. А, там новый дядька, значит, это новое место. Ладно. Так, ну у нас есть лестница, это уже хорошо. Но это же не босс. И это, к счастью, кровь, а не какая-то смоленистая субстанция. Могу здесь стоять? Наверное, не могу. Ну, должен был проверить, ребята. Так, а можно мне такую пушку? Так, я думаю, он вообще хлебушек. Ух, нифига себе, он мне в лицо дал. А, ну разумеется, это в ближнем бою он тоже сумеет мне дать по лицу, да? Ну, как кто бы сомневался. Так, дядька, только не стреляй. Я понял, кто это. Это тот аутяга, который возле собора был. О, это новая атака. Так, ладно. Я помню, как я тебя побеждал, дядя. Да господи, он 3 дня встает. Серьезно? Он брата глиномеса позвал. И сейчас они будут глиномесить меня. Так, ребят, это, конечно, очень весело. Но что-то не очень весело. А, так тут топорист, мать его. Пузырек крови. Пацаны, может, давайте без фигни? Я могу от них убежать. Но я же мужчина, я должен сразиться. Давайте по стелсу бэкстап. Он забыл про меня. Главное, чтобы друг ему не подсказал. Так, так, так. Только не кричите, пожалуйста, ребят, в комментариях. Вот так? Что такое? Нормально? Бэм. Оу, щит, он еще живой. Добить бы, добить, ударчик. Отлично, минус один. Хорошо. Или он живой? По-моему, он живой. Он живой. Ладно, ребят, все, я убегаю. Дубль 2. Все, ребят, я ушел. Я ушел, говорю, мужики, вы чего? А, ты кто такая? Что это такое было? Камешек. Ворона-заменитель, да? Мужик, ну все, уходи. Отлично. Хорошо, что он дурачок. Я успею бэкстаб ему сделать? Зато он станет с этим оружием, и это отлично. Я сбил ему атаку. Атака щупальцами сейчас прям, мужик. Не сегодня. Бам! Нормально, почти победили. Надо хильнуться для уверенности. Вторая атака, забыл, господи, забыл, что вторая, третья. Четвертая атака. Пятую давай, мужик. Отлично, все как я люблю. Не-не-не, мужик, ты не угадал, я сегодня буду жить. Собрались. Отлично, его унизили. Забираем лут. Пузырек крови 6 штук. Вот это царский подгон. Как бы кто бы что ни говорил, но это восхитительно. Сегодня хитрость победила, ребята. Ртутные пули 10 штук. Ну, в принципе, логично. Он стрелял, с него пульки, да? Тут что-нибудь есть? Тут нифига ничего нет. Но здесь есть такая полуразвилка.
Быть может, это краткий путь. Не открывают. Так. Вы сейчас серьезно? Это же... Это было уже. Так, а что это за место тогда? Зажигаем лампу. Давайте одним глазком, как я люблю, ребят. О, мистер блуждающий кошмар, иди сюда. О, это место я тоже почему-то помню. Там нездоровая хрень будет. Туда мы пока не пойдем. Ты кто? Генриетта. Очень знакомо. Где-то я вот недавно это имя слышал. Гензель и Гретта, это не то. Генриетта, Генриетта. Анна Генриетта, по-моему, где-то было. Ладно. Как говорится, слышал звон, да не знаю, где он. Что у нас тут? Тут у нас адские вороны. Ага. Это ты звонил? Не надо стучать, я нервный. Ага, с него 5 пузырьков, нифига себе. А если он воскресает, может, с него постоянно можно фармить? Непонятно. Ребята, прошло уже довольно много серии, а у меня все еще горит фонарик. Это говорит о том, что я не отъезжал. Ну и по идее сейчас меня должны кильнуть за это. Не, ну вот кто в здравом уме пойдет в такую дверку? Они дохлые. Ладно. А не Людовик ли 14-й здесь сейчас будет, друзья мои? Знаете что, давайте я тогда к костру схожу. Потому что вот проверяйте, отвечаю, кажется, там будет Людовик 14-й. И у меня в планах было еще одну игру записать. Но, боюсь, планы могут подождать. Ну, возможно, им придется подождать, если там будет правда Людвиг. Я, кстати, уже гуглил. Довольно клевое оружие у него. Я, наверное, с ним попробую походить. Хоть бы не он, хоть бы не он, хоть бы не он. Типа, я думал, он ближе к концу будет, такой опасный, страшный. В любом случае, у меня есть обходной путь. Но, блин, интересно же его попробовать победить. Хватит у меня на левелап. Чуть-чуть не хватило. Но у меня есть запасные законсервированные души. Плюс 5000, здорово. Да, Герман меня ждет. Сейчас мы будем с ним драться. Но не сейчас, попозже. Так, давайте. Стойкость на 27. Наверное, до 30 стойкость тяпну. И потом буду тайну качать. Наверное, такой пока что план. Ну что, ребят, с какой попытки? Самому интересно. Да, церковь кошмара, отлично. Это тот самый камень, который нам нужен. Плохо, что он всего один. Могли бы и подлиннее дополнение сделать. Ну ладно, имеем, что имеем. Так, надо бы понять, чем бьет этот лошадиноголовый, и на соответствующий элемент надеть броньку, чтобы минимизировать получаемый урон. Так, здесь сейчас мне придется мансить с этими ребятами опасными. Откуда же топорист вышел, я без понятия. Вы это слышите? Я это слышу. А поделишься? Господи, серьезно что ли? Что это за бабка? Каждый раз с нее камню? Нет, если каждый раз по 5 самоцветов, это топчик. Не самоцветов, а пузырьков. Ну что, поехали? Хоть бы не ты, хоть бы не ты, хоть бы не ты. А, пожалуйста. Помоги нам. Безобразное чудовище. Грядет великий ужас. А, Людвиг, проклятый идет. Смилуйся, смилуйся над нами. Какой же он мерзкий. И пока этот
Полутруп мне в ухо шипел, я чуть не оглох, вот честно, ребят. Почти успел вернуться. Так, давайте смотреть, что он может. Урон у нас такой себе, посредственный. Так, ну прыжок, это логично. Главное, не за это, не заигрываться. Давайте бафнемся. Слушайте, оружие восхитительно дамажит. Прям очень сильно, я бы сказал, дамажит. Так, ну у него же есть еще и вторая стадия, правильно? Я знаю, что есть. Он кого-то убил, кстати. Я так понял, мне душу дали. Эх, мог в голову попасть, но не попал три раза. Так, три атаки, запомнил. Короткий меч, короткая пушка у меня. Так, вторая атака всегда после этого идет. Надо запоминать. Ва-ва-ва, не бей, дядя, не бей. Что-то он далеко упрыгал. Ва. Я пока по ищей крови заметил, если честно. Я думал, ему можно репост сделать. Блин, как же он орет. Вот, сейчас репост можно сделать. Так, сколько урона? 1500, да? Так и есть. Ну я же знаю, что это не конец. О, май. А, ты с самого начала был на моей стороне. Так, он, походу, поехавший, то, что он на меч молится, так сказать. Мой истинный наставник. Моя путеводная звезда. Блин, там прям целый космос в этом мече. Я хочу его. Так, ну и чё? У тебя фулл хп? Нет, у тебя пол хп. Раз атака. Мне кажется, надо ближе к нему держаться. Если чё, я доджил, ребята. Так, ну вот первая трудность. Я-то уже думал, что мы побеждаем. Типа легкая победа. Надо сложиться, надо бафнуться. Так, если я отхожу, он начинает спамить всякую хренотень, да? Мужик, давай без фигни только. Блин, я думал, он не сможет себе под лапки бить. Так, 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 дядя. А что такое? Можно мне полечиться сегодня? Лечись, мальчик мой, на две лечись. Блин, прессует просто как ребенка меня. А у Е взрыв, да? Дай угадаю. Я на всякий случай отошел и был прав. Я опять нажимал в рот, ребят. Отвечаю, просто отвечирую. Пару ударчиков. Опа, что такое? Это репост, но я не успеваю ударить. Придется... Опять ауешет, да? Это ауе сверху. А, так это... Ничего себе, у меня FPS-ы просто... Улетели. Дай полечиться. Вот лошадиная твоя рожа. Ну, знаете, на первый раз мне показалось не сильно сложно, но мне кажется, это потому, что все-таки немножко многовато у меня урона. Мое ощущение. Хотя, не знаю, может, просто повезло. Сейчас посмотрим, как дальше будет на самом деле. Так, я очень надеюсь, то, что вам там ничего не было слышно, потому что за стенкой происходит немножечко дурдом. Ну да ладно, не об этом сейчас. Так, я хочу попробовать таблетку захавать, вот эту вот волшебную, на чудовищность. Эх, найти бы ее еще. Вот, нет, вот. Поехали. Так, и Брайтаса, огненная бумага. Первую стадию, наверное, мы вот так пронесем. При помощи пустой раковины фантома. Вторую мы заюзаем огонь, мы заюзаем таблетку. Постараемся ворваться этой штуки под ноги. Господи, по пять этих... Слушайте, а если две руны на увеличение количества лута, это даст свои плоды или нет? Ну да ладно. Так, сейчас первую стадию как-то проносить. Поехали. Жух. Так, главное не делать ошибок. Раз, два, три. Поздно вернулся. Точнее, брат, рано. Опять рано. Господи, что-то... Первый раз было неплохо. Почесаться. Хорошо, нос почешен. Поехали. Людовик 25, иди сюда.
Не смотри на то, что у меня оружие короткое, я тебя достану. И он, зараза, еще второй лапой добавляет, вы понимаете, какая жопа? Раз. По-моему, он сломался. Несите нового. Вот это дэш. Но это, по-моему, ГГВП. Нет, повезло. Так, ладно. Ох, жопошный монстр, а. Хотя бы второй своей позорной лапкой не надамажил. Так, давайте поживем. Что это за атака? Что она делает? Просто омывает меня немножко, ну спасибо. Ой, хорошо, в голову ему залетело, по-моему. Он упал? Нет, он пропал куда-то. По-моему, он по стенам лазит. Я, конечно, не эксперт, но все к тому и идет. Хильнуться бы успеть. Не знаю опять, как он этот дэш делает, я его не вижу. Тактическое отступление. Еще отступаем. Недостаточно тактично. Так, складываемся. Поехали. Раз, два, три. Рубим собаку эту. Господи, какой же он мерзкий, это жесть. Отлично, вторая стадия. Поехали. Смотреть не будем, мы уже видели. Давайте попробуем таблетку завязать. Так, живем, пока живем. Так, теперь надо быстро в ноги как-то пробираться. Выпад, да? Безумный выпад. Нормально, живем. Так, мужик, а можно меня не убивать, пожалуйста? Я начинаю нервничать. Ауешка, хорошо, живем. Ауешку прижили, бежим на него. Раз. Надо раскладка фигачить, это я помню. Так, дядя, а можно пожить? Потому что эти твои атаки, они вообще нифига непонятно, что делать. Я лучше буду просто бить. Хилюсь на всякий. Отлично, восхитительно, я хиляюсь. Дайте два таких молодца для хиляния. Хилимся. Нормально. Так, где мой огонь? Вау, ни хрена. У меня от этой атаки FPS улетает просто в ноль. Я не знаю, как делать. А, так, ну, как бы, даже не знаю, в чем проблема. Получается, понимаете, я думал, что это обычная ауеха на всю арену, а он какой-то, как бы это назвать, варп-зону создает, которая меня бахает. Знаете, у меня урона дофигища, я считаю, но я все равно посасываю. Ладно. Давайте сразу с огня зайдем. Так сказать, с козырей. Радует. Я тут хотя бы не сильнее эти трачу, пузырьки. Потому что они как бы каждый раз. Опа, новый, опа, новый. Господи, восхитительно. Пожалуй, наверное, самое приятное в битве с этим боссом. Как бы кроме шуток. Ой, я еще и похилился, вообще норм. Если камешек выпадет, это победа. Все, 6 камешков, это двойная победа. Так, ну, не знаю, таблетка. Наверное, стоило репост ему сделать. Ладно, разберемся. Поехали, огненная бумага. Настало твое время, так сказать. Так, главное, вот начало я всегда фидю, а потом нормально. Только не атака. Ну, которая безумная, дашь. Я буду просто бить тебя. Надеюсь, ты оценишь. Так, 3000 урона, здорово. Держу в курсе. Первый раз такую атаку он сделал. И она мне сразу не понравилась. Если бы эта атака в голову попала, столько бы урона влетело. Я слышу вот этот цок-цок-цок-цок-цок сверху там по потолку. Так, давай, мужик. Это дэш? Это дэш? Это нет, это не дэш. Странно. Ага. Ну, знаете, вот бывают боссы, против которых ты выходишь и испытываешь максимальное отчаяние. Сейчас такого нет. Просто он меня зажал. И вот здесь как раз-таки сбывается то, чего я боялся. Реально очень серьезные просадки, из-за которых я тупо не могу контролировать персонажа. То есть босс совершенно спокойно свои атаки совершает, а я ничего не могу сделать. Я жму как аутяга на перекат, а он тупо не работает. Давайте ради интереса попробуем клинком Людвига. Может быть, получится как-то сбоку обходить и пару заряженных ему запихивать. В целом, было бы неплохо. Клинок у меня тем более сейчас на очень хороших самоцветах. Ой. Почти ваншотает вот этих вот летучих штук, которых воронами зовут.
И я не заметил, от тайны или от огня больше урона было. Ну, от того меча где-то по 400 с лишним. Но фишка в том, что я довольно быстро бил. Ладно. Ночь длинная. Давай, мужик. Или не мужик ты, я даже не знаю, что ты. Поменьше урона, намного меньше. Давайте заряженные, что ли, ему запихивать. Почему ты не прошел урон? Странно, бывает. Что-то мне не нравится. То есть я не попадаю по нему, да? Как я хочу. Ладно, все еще я не сдамся. Бам. Бам. И силовую. 1800. Ну, с того оружия побольше было все-таки. Кто бы что ни говорил. А, все-таки урон есть с этой атаки. Хы. Блин, вот как угадать, чего он будет бить сейчас? Ай, почти в голову запихал ему хорошую атаку. Вот как угадать, когда он что делает, а? Я не знаю, ребята, вы знаете? Ну, вы по-любому знаете. Вот только я не знаю. Не достает даже этим мечом. Пожалуй, пила топор была поинтереснее, так что буду ею. Пусть... Ой, да по 600 урона с лишним, вы чего? Конечно, пила топор круче. Либо она у меня так проточена. Ага. Как бы теперь, наверное, вопрос, который завис у всех на устах. Почему в первый раз так легко, а потом так сложно? У меня есть одна теория. Если я буду тратить по 3 хилки, а каждый раз подбирать по 5, то это плюс 2 лишних хилки, знаете ли. Ладно. Но я все еще пока не отчаялся. Пока, знаете, навеселе. Но чувствую ненадолго. Ты живая, что ли? Господи. Надо, наверное, стараться сильнее к нему забегать за спину. Мне кажется, сзади у него меньше лапок, и он будет меньше дамажить. Но это не точно, ребята. Просто нажмешь на секунду раньше — нет дамага. Нажмешь на секунду позже — тоже, ну, в смысле, нет дамага, нет нормального переката. Даже бежать на него со спринта нельзя. Слушайте, по-моему, с тайной меньше урона. По 400 с лишним. Давайте ради прикола. Было 400, сейчас я убираю баф. И сколько сейчас будет урона? Нет, нормально. Просто, наверное, какая-то стадия была. Давайте огонь глянем. Бам. А с огня неплохо, кстати. Давай, мужик. А какой ты мужик? Не пойму, что он делает. Давай, прыжочек, чтобы я успел вернуться и нанести тебе чутка урона. Что-то он сломался, по-моему, силовую там. Так, эта фигня, я помню, это бьет немножко. Главное далеко стоять. Так, пару ударов. Эх, раскладка не попала, мог бы и получается... Так, вот сейчас он может ваншотнуть. Это я уж понял. Но не сегодня, сынок, не сегодня. Ты упал? Вот, упал, хорошо. Репостим. Бум, на 300 больше с огнем, хорошо. Отлично, следующая стадия, здорово. Давай, я не буду тут ничего твое смотреть. Мне интересно. Выпад, увернулся профессионально, нанес урон. Второй раз не увернулся. Оу, ошибка, ошибка, как же я ошибся. Ва. Я не знаю, как я выжил, вот правда. Что это за атака? Господи, а что он такой красивый? Я просто на меч засматриваюсь, и поэтому получаю урон. По-моему, у меня пульт нагрелся. Ну, в смысле, джойстик. А то сейчас в плойку на пульте играю, да, скажете? Совсем уже поехал. О, нет, это ошибка. В тайминге не попадаю. Хильнуться, хильнуться, хильнуться. В тайминге не попадаю. Жить. Ну, ну похилься ты, ну господи. А утяга ты позорный, а? Ну все еще это полностью моя ошибка, как бы, да. Тупо я в тайминге не попадаю, только и всего. Даже не знаю, либо то, что я залипать хочу, ну хотя вот я на него пришел, и уже как-то расхотелось. Ой, ребята, у меня окно открыто, надо закрыть, сейчас тупые собаки будут гавкать, будет нехорошо.
Вы ни в коем случае не подумайте, я вполне себе хорошо отношусь к животным, к собачкам. Хоть я люблю больше кошечек, но вот собак, которые в 3 часа ночи, да которые в любое время ночью начинают орать, как потерпевшие. Вот, таких животных я не понимаю. Ну и хозяев тоже таких не понимаю, которые совершенно спокойно лежат, спят, а вся остальная, скажем так, часть деревни мучается и не спит. Только и всего. Так, ладно, мистер собака. Давай еще раз. Смотри, что могу. Ага, ну вот что-то, знаете, сначала не заладилось как-то. Вторая атака, я уже у тебя между ног. Побольше, побольше урона внести, еще закладочку. Отлично, 300. Легко, здорово. Второй раз под пузико, отлично. Эх, получилось бодну у меня. Лошадиный головой. Можно, интересно, в него в этот момент подбежать? Можно, но это, наверное, ошибка, ребята. Блин, куда ворачиваться-то? Алло, отхильнуться успеть. Отлично. Но лучше, наверное, было бы нанести урон. Я знал, что это будет дэш, но сделать я ничего не мог, ребят. О, слушайте, можно вот так, прям в спину. На. Хорошо. Я хотел и разложиться, и увернуться. Почему он 3 дня у меня поднимается с места? Хильнус до фула. Что-то сикотно. Что это он делает? Он меня боком как-то видали? А, так это дэш. Ну, в принципе, да. Почему бы не наносить урон сбоку где-нибудь? Быстро наносить — это точно риг для него. Смотри, как наносить. Вот псина. Ладно, собрались. На правую сторону. Все. ГГВТ, мистер босс. Да как он уворачивается? Я понял, когда он делает такой отмашку рукой, это он делать дэш сейчас будет. Только не приземляйся, мужик. Просто прочитал, что он будет прыгать сейчас. Так, давайте бахнемся еще разок. Отлично. Плюс стадия. Не знаю, тратить или не тратить таблетку. Вообще, в принципе, неплохо было бы, знаете ли, потратить таблеточку. Вторая атака внезапная, внезапная, знаменитая. Без предупреждения. Без объявления атаки. Нанесенная. Ой-ой-ой, а что это такое? Ну почему? Отлично, я уже начал нервничать. Что такое, сынок? Нормально там? Так, заходит. Не-не, это ауешка хреновая. Это такая, это легкая ауешка, это я понял. Или нет? Ясно. И опять я получаю урон. Не, нормально, живем. Все, я понял, как это дожить, ребята. Немножко вроде понял. Должен был увернуться, но не увернулся. 2 ворота. Раскладка, закладка. Уворот. Удар. Уворот. Уворот, говорю я. Удар. Добить, добить старого. Лежать. Хорошо. Ебой. Добыча уничтожена, все дела. Руководство. Приз получен. Людвиг, священный клинок. Знаете, все еще, мне кажется, я был немножечко перекачан. Но я был в равную меру и сонный, так что... Ну, не знаю. Я не испытывал, вот честно скажу, страдания безумного, но я рад, что мы как бы с ним сразились, как бы честный бой. Пожалуй, да, мне понравилось больше, чем мне понравилось. Так, зажигаем лампу. И я знаю то, что нужно убить голову. Добрый охотник. Ты видел луч света? Просто вспышка, мимолетное видение, но я, весь пропитанный запахом крови и чудовищ, цеплялся за него. Я не хотел знать, что это было на самом деле. Действительно не хотел. Господи, это типа вторая натура у него? Серьезно? Ладно, он ровлит. Так, еще я на Вики читал то, что либо Гаскойна надо надеть. Так, подождите. Либо какой-то сет вроде как церкви надо надеть. И он мне сам отдаст. Так, перчатки Гаскойна, где они? По-моему, я их пролистал. Вот, перчатки Гаскойна, внизу эта вещь, хорошо, понял. Так, 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 охотника Хенрика, перьев, разбойника Гаскойна, вот. А цилиндр, может, ниже где-то? Да, шляпа Гаскойна, ну-ка. Скажи мне, добрый охотник церкви, ты видел свет? Удалось ли охотникам церкви стать доблестными спартанцами? Как я на это надеялся? Да? А, хорошо, какое облегчение.
и знать, что мои страдания были не напрасны. Благодарю тебя, теперь я буду спать спокойно. Даже в самые темные ночи я вижу свет луны. Все, он типа, а, ну ясно. Меч священного лунного света. Ну, мне кажется... А, не, она жива, смотрите, ну, голова. Или не очень жива. Ладно. Не суть. Ля, какой меч. Господи, это просто плюс стиль. Так, ну это большой меч. А я думал, это небольшой меч. Так, силовая, ладно, ну-ка. О май. Бам. Господи, какой же он стильный. Жух. Круто. А это что делает? Нифига себе, колюще, серьезно? Я могу вверх в космос посылать лучи? Непонятно. Блин, красивый меч. О, какой. Блин, очень красивый меч. Ладно. Все, теперь будем с фонариком бегать. Тут у нас что? Тут у нас пузырьки крови. И здесь какая-то дорога куда-то есть. Так, ну, фонарик надо включить, нас немножко победили. В сумраке ночи идет шагом ровным, обагренной кровью в рассудке полном. Города охотник церкви. Чудовище — это проклятие, а проклятие — это оковы. Только ты — настоящее оружие церкви. Заперто. Не хочет открываться, какой-то он это. Особенный. А может быть, мы пойдем сюда в следующей серии? По-моему, неплохая идея. Ты уверен, что хочешь этого, дядь? Он мужику говорит, стреляй в него. Ладно, ребят, в следующей серии, так в следующей серии. Да-да-да. Короче, предыдущая и следующая серия будут в описании. А, большое спасибо за комментарии, все читаю, все смотрю. Пока что. Как там было? Ну, короче, очков Мирго я не нашел, да, по-моему, их нет. И, по-моему, это байты все еще. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите комментарий. Все читаю, все стараюсь отвечать. Вы самые лучшие, с вами был Хилхёрд, всем всего хорошего, удачи, ребята.